обычный парень, не лишён простоты. Я такой же, как он, я такой же, как... В воскресенье сюда приезжал не столько даже для того, чтобы что-то купить, сколько для того, чтобы просто пообщаться. Что с тобой сделал? Атмосферка там была очень специфическая. Горбушка просто была нашим домом. Все концерты, которые происходили в Горбушке, я их никогда не пропускал. Ходил на все, вообще, ну просто на все. Впервые, наверное, мы увидели такое количество людей, одновременно участвующих в слэме. Я их стал оттуда выпихивать, они, значит, на меня с кулаками и чуть ли не с бутылками. Мы одними из первых были, у кого был саунд-продюсер. Реальная там звезда, имя в большом бизнесе. У нас была, во-первых, абсолютно творческая свобода. Нам никогда никто не диктовал, что записывать и где записывать. Как, ну, нормальная, независимая фирма звукозаписи, какой она и должна быть, какой фирма Филии всегда являлась. Был один из самых запоминающихся концертов. Я помню, даже позавидовал сознание этих музыкантов. И разогревали их аквариум. Все представляют отношение Гребенщикова к Дэвиду Бирну. То есть ты играешь вместе со своим учителем на одной сцене. Вот я навсегда запомнил, как по стенам река пота стекала, просто стекала. Это был караул до тех пор, пока мы не сообразили, что ребятам просто надо налить. Это был реально пик. И таких больших площадок, ну, у нас, во всяком случае, больше не было никогда. Мы с вами побывали в Горбушке, мы научились плавать. Пожалуйста, не крутите камеру. Это ужас какой-то. Держите ее спокойно.